Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 апреля, день Василия, назван в честь преподобного отца Василия Исповедника, епископа Парийского. Парий – это был город Малой Азии. Василий в нем был епископом. При возникновении иконоборческой ереси преподобный Василий продолжал придерживаться правильной веры, избегая всякого общения с еретиками и не дозволял им действовать своей епархии. Также он не согласился, несмотря на все принуждения, подписать письменного постановления об уничтожении икон. В народе этот день прозвали парильщиком из-за погоды. Как говорили в народе, солнце парит в этот день, и земля сегодня запаривается, словно человек в бане. Святому Василию молились для избавления от болезней и для придания сил и мужества в сложных делах. Считалось, что сегодня нужно обязательно заговорить воду на здравие, чтобы потом пить. Этой же водой нужно было умываться по средам. Приметы. На Василия Парийского земля выпаривалась, и снега практически не было. Если шел дождь, то в первые дни мая будет дождливо. Если день теплый, то год будет урожайным. Снега сегодня нет, заморозков больше не будет. Холодное утро и солнечный день, лето будет засушливым и неурожайным. Двадцатые лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие нагрузку на них. Приседания либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!